Добрый день всем. Меня зовут Георгий Логвинский. Я представитель фракции «Народный фронт» и представитель Меджлиса крымско-татарского народа в парламенте Украины. Я хотел бы подчеркнуть, что в наше непростое время особенно важно уделять максимальное количество времени для защиты нашего государства на международной арене. Как мы знаем, Россия, как страна-оккупант, вкладывает сумасшедшие ресурсы в процесс легитимизации, как таковой, аннексии, которая произошла в Крыму и в части регионов Украины. Мы являемся тому свидетелем на последней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы, где все больше появляется друзей России, которые ее поддерживают и пытаются сгладить конфликт, назвав его замороженным. Все больше на международной арене звучат фразы о том, что мы должны принять ситуацию такой, как есть, и мы должны с ней смириться. Однако это не произойдет никогда, и наши усилия являются тому визитной карточкой. Я хотел бы подчеркнуть, что, как всем известно, несколько месяцев тому назад группа французских депутатов посетили Крым. Вместе с этим они прибыли в Крым через территорию Российской Федерации. И несмотря на то, что они предусматривали и знали об уголовной ответственности за нарушение границ Украины, они провели эту миссию. Эту миссию организовывал МИД Российской Федерации. И это является одним из сигнальных огней о том, что Крым на сегодняшний день признается мировым сообществом. Мы предупредили, как и Комитет иностранных дел, как и отдельные депутаты, о том, что это деяние является уголовно наказуемым. Однако в ответ услышали, что есть хорошее чувство юмора. Так вот, чувство юмора действительно у нас есть, однако на последней сессии ПАРЕ, в частности, 3 дня тому назад, мы с коллегами из парламентской ассамблеи Совета Европы вручили официально подозру, то есть это уже статус, одному из депутатов, Марии Даллас, еще 2 депутатам, господину Мариани и господину Деборго, мы вручили через их представителя и предупредили об уголовной ответственности. В частности, эти лица стали в процессе подозреваемые. В дальнейшие шаги суд должен принять решение об мере пресечения в отношении этих французских депутатов. И я думаю, что следствие в ближайшее время придет уже к стадии судебного следствия, передачи материала в суд. Я хотел бы подчеркнуть, что мы всегда защищали и защищаем территориальную целостность нашей страны и не разрешим никому, не в зависимости от статуса, нарушать национальные законы и принципы международного права, международные договора. Поэтому уже сегодня мы видим результат. Делегация европарламентариев, которая прибыла в Россию с целью поехать в Крым, отменила свой визит в Крым, обосновав это дополнительными консультациями. Мы видим результаты нашей деятельности. Мы будем дальше защищать нашу Родину. Мы дальше будем привлекать к ответственности каждого нарушителя, который нарушает права наших граждан. И в таких жестких действиях, в том числе Европа, нас поддерживает. Крымский день, который прошел в ПАСЕ впервые за всю историю, собрал колоссальное количество делегатов в поддержку. На Крымском вечере приняло участие порядка 400 человек. Среди них судьи СПЧ, депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы, европарламентарии, представители и главы дипмиссии. Атмосфера, которая происходила в этот вечер, добавлялась крымско-татарской музыкой, специальными блюдами, приготовленными крымско-татарскими поварами. И это все создало специальный дух и воздух Крыма, который почувствовал каждый участник. И когда я видел слезы на глазах людей, которые пришли, мы понимали, что эти люди нас поддерживают. Вот так Европа будет поддерживать нас дальше, если мы будем воевать за свою Родину, если мы будем защищать каждый сантиметр этой земли. Большое спасибо. Хай вам щастить.